У нас в Україні очень много молодых и перспективных, сильных ребят, которые борются на и международных уровнях, в частности, да, и на чемпионатах Украины тоже, да. Вот, они все есть очень перспективные, не слабые. Очень много девушек борются за границей, почти столько же, сколько и ребят, поэтому никакой разницы вот в Европе, вообще в принципе в мире разницы никакой нету между мужчинами и женщинами, вот как по количеству в плане спортсменов. Поэтому в каждом весе есть какие-то и сильные, и девочки.